Вторая глава книги пророка Ионы. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал, «К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. И я сказал, отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святой храм Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травой обвита была голова моя. До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я голосом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню, у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу.